9 мая в рамках международной акции «Сад памяти», приуроченной к 75-летию Великой Победы, в Одинцовском округе высадили 84 сосны и 20 елей. К памятной акции присоединились и партийцы. Глава муниципалитета, секретарь местного отделения «Единой России» Андрей Иванов, депутат Государственной Думы Оксана Пушкина, первый заместитель председателя Московской областной Думы Лариса Лазутина и депутат Мособлдумы от «Единой России» Дмитрий Голубков. Они высадили деревья возле Вечного огня в Одинцове и у памятника погибшим воинам в Звенигороде.